Всем привет! Мы хотим вам показать синтезатор от компании Roland Juno GI. Это не просто синтезатор, но и очень мощная рабочая станция. Здесь есть рекордер цифровой на 8 дорожек. На задней панели находятся два линейных входа с отдельным регулятором, а также универсальный вход для микрофона XLR, либо джековый вход для гитары, тоже с отдельным регулятором. Кнопочка фантомного питания дополнительного. Разъемы MIDI-выход и MIDI-вход. Также разъем для подключения педали либо экспрессии, либо педали FootSwitch. Разъем для педали Sustain. Далее регулятор контрастности дисплея. Основные выходы правый и левый. Выход на наушники. Отдельный выход для клика. Также разъем для подключения карты SD, разъем для подключения с компьютером USB и разъем для подключения блока питания. На передней панели находится разъем для подключения USB. То есть вы можете включить флешку и воспроизводить оттуда либо WAV-файлы, либо MP3. Давайте послушаем, как звучит Roland на звуке пианино. Послушаем звук трубы. Нейлоновая гитара. Теперь давайте послушаем голоса. Послушаем, как звучат скрипки. Синтетический звук. А теперь при использовании арпеджиатора. Послушаем, как звучит орган. И сразу расскажу про одну функцию. Заводку органа можно включить как при использовании модулятора. Также есть специальная кнопка, которая просто ее включает и выключает. Вот пример. Синтетический подклад.
Послушаем звук бас-гитары. Качественное звучание и множество функций, а также легкий вес делают этот инструмент доступным для любого использования, как занятий дома, записи в студии и активной концертной деятельности.